Ну что, всем привет, дорогие друзья! Вот и второй день этого безумного деяния под названием ремонт. Вот, собственно, решили, знаете, какой фигню? А вот такую вот, сломать вот эту вот, вот перегородку, про которую я вчера вам говорил. Вот, и, соответственно, вот эта верхушка тоже будет проемом вообще нормальный, можно будет ходить, бегать, гулять, короче, и так далее. Вот, собственно, будет красиво, вот. Естественно, вы все это увидите уже дальше в других последующих видеороликах, вот. А пока начинаем, вот, собственно, погнали дальше. Вот так вот, друзья, рушится советское общество. Ну что, друзья, долбло, черт возьми, не пошло с первого раза, да, ну что ж, друзья, как видите, сзади стена пала. Поняли, к чему эта отсылочка, а кто не понял, чекайте, сами знаете что. Вот, все, свободнее намного стало, смотрите, вообще прям идеально, прям можно, я не знаю, парады проводить, короче, вот такие дела. Вот, посмотрим, что же будет дальше, не переключайтесь. Подошел вот, наконец-то, к окончанию второй день ремонтных работ. Вот, собственно, смотрите. За этот день сделана вот эта вот замечательная конструкция. Вот. Но по факту в основном ломали только вот этот вот проем. Вот. Сейчас покажу так поподробнее. Собственно, на предыдущем видео могли видеть, что была перегородка. Вот сейчас спокойно пустой угол. Можно спокойно легко ходить. Там велосипед, я не знаю, мотоцикл завести, короче, туда просто. И все удобно. Никакая вот эта арка не будет мешаться. Вот. Ладно, это все мелочи жизни. Завтра достроят, соответственно, стену из этого вот гипсокартона, запихают туда вот эту замечательную ватку. Вот, собственно, комната уже обретет какие-то очертания, и, соответственно, дверь уже потом это все будет ставиться. Но в целом, как бы вот из гипсы все вот это построится, и комната уже более-менее будет комнатой. Вот, что еще могу сказать? Меня все устраивает, все классно, вот, реально место стало не то, что намного больше, но в целом удобнее намного ходить, перемещаться вообще по квартире, чтобы никому ничего не мешать, вот, и так далее, как бы, вот, в любом случае результат будет виден уже далее, соответственно, но пока все нравится, пока все устраивает, вот, я говорю, мастер душевный человек, вот, любому вообще пожелал бы такого мастера, вот, соответственно, на этом все, вот, лайкосики ставьте, подписывайтесь на канал, конечно, вот, с вами был StreamTime, в игрульки играйте обязательно, в хорошие, вот, конечно же, только, вот, и если что, вы знаете, где меня найти, пока.